Здесь я не могла громко разговаривать. Это представлен макет закрытого города. Смотрите, как много домов, люди живут, школы, садики. Представляете? Дороги. Настоящий закрытый город. Это в советское время при Сталине. Люди живут своей жизнью, полноценной. Стол, за этим столом подписывались документы. Сталин. Это хроника. Такие потолки были, да, советское время. А здесь уже описаны секретные документы. Там вот, смотрите, видите, они рассекречены. Далее мы прошли в зал. А здесь представлен, смотрите, целый вагон с ураном. С этими бочками. Это все в живом виде. Представляете, макет сделан, как настоящий вагон. Эти бочки железные, написано «Урал». Раньше так провозили. Это доска здесь рассказывается про СССР. Также там представлены секретные документы, которые рассекречены. Я здесь поближе подошла. Здесь тоже представлено, это, видимо, у солдатов было вот это молоток кирка. Это портмоне, сумка что-то складывались, документы секретные. Этот сам вагон вот в советское время, представляете, и в нем провозили. Здесь также представлены секретные документы. Это лаборатория, как вот разрабатывали химические реагенты, в том числе, видимо, эту атомную бомбу как разрабатывали с пробирочками. А это рукава. Рукава, туда просунулась рука, и там, получается, разрабатывали химические реагенты. Это всякие колбочки, баночки из лаборатории, стеклянные. Это газеты тех времен. Здесь тоже, видите, представлены такие пробирочки. Советское стекло, такое прямо коричневое. Они там сидят, наблюдают, что-то.